Отрывок из рассказа «Ожидание» сборника Дмитриевой Екатерины «Тонкая красная нить». Почему она не приходит к нему? Ему ужасно холодно и страшно. Страшно, конечно же, за нее. Он ведь очень ее любит и думает уже, что уж лучше он еще немного поплачет в одиночестве, чем с ней что-то случится. Он положил голову на подоконник и тихо плакал, потерявши всякую надежду на возвращение. Вдруг что-то так знакомо скрипнуло прямо внутри, будто сердце заржавело от слез и щелкнуло от отчаяния. Его будто вздернуло. Мальчик полетел к двери, прыгнул на шею своего самого любимого человека, и, казалось, все вечное слилось в этом объятии. Конечно, она задержалась на работе. Слезы горячими потоками струились из глаз обоих. Конечно же, это скрипнула дверь, а не сердце мальчика. Разве может такое любящее сердце заржаветь?